Так. Я забрал две штуки, хорошо. Так, стреляем. Мимо, мимо. Где-то этот здесь. Вот он сидит, смотри. Нет, 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 ребят. Да-ду-да-ду-да. Дуда-плей. Всем привет, дорогие друзья. Вы на канале Дуда-плей. И мы продолжаем играть в игру Бравл Старс. Да-да-да. Мы играем в Бравл Старс. И я играю за такого интересного персонажа, Барли. Барли умеет много чего интересного. У него есть такие бутылки. Не зажигательной смесью, как сказать, что такой отравляющий эффект у него. Вот. И мы неплохо их выносим. Так, ходить бы еще научиться. Правильно, потому что у меня немножко... Как-то он ходит в другую сторону, куда я ему не сказал. Так, давайте. Так, кто где у нас? Вот идут. Вот идет гад. Вот еще один. Давай. Так, быстренько стреляем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давайте используем побольше. Во, нормально. Что ты хотел? Алло. А, сейчас быстренько возродимся и идем опять. Опять. Бежим. О, 4-4. Так. Я забрал две штуки, хорошо. Так, стреляем. Мимо, мимо. Где-то этот здесь. Вот он сидит, смотри. Нет, 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 ребята, нет, 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 нет. Так, кристаллик забирай, молодец, я этот заберу. Давай, ну да, хочешь ты и забирай. Все, аккуратненько, аккуратненько. Что у нас здесь интересное? Вот, супер мой, давай. Да ё-моё, ёшки-маташки, давай. Все, бой окончен. 15 кристаллов у нас, ребята. Мы выиграли. Молодцы. Илья звездный герой. И звездный игрок. Блин, когда же я уже звездным игроком буду, а? Я так хочу быть звездным игроком. Ладно, будем прокачивать Барли. Барли нашего. Барли от слова бар. Бар. Он, видимо, бармен. Да, вот, конечно же, бармен. Захват кристаллов. Неплохо. Неплохо. Идем дальше. Для победы нужно собрать 10 кристаллов. 10? Я думал, 15. Ладно, 10 так 10. О, какой-то новый чувак у нас, смотри. Так, стреляем сразу. О, нормально. Подходим, а я вас тут это... О, у них еще Барли, смотри. У них еще Барли есть. Так, а ты тут, я вижу тебя. На, получай. Нет. Отвали от меня. На, получи. Да, ё-моё, отстань от меня. Смотри, что творит, а. Ролл какой-то, а. Так, сколько у нас? 4-0. Так, быстрее. Сейчас я им задам. Сейчас у меня есть... Тут штука такая волшебная. Получайте, ребята. Все, теперь вы тут под... умрете. Хотел сказать, подохните, но нет. Так, давайте. Ребятушки. Так, нужно аккуратненько здесь. Подхилимся немножко. Так, сюда, Барли, иди. Сюда. Ой-ой-ой, смотри, он прям открывает этих штук. Давай, я тебя тоже сейчас постреляю вас, ребята. Я тоже такой же Барли, как и вы. Понимаете? Я такой же Барли, как и вы. Поэтому, что вы думаете? Я такой же, как и вы, Барли. Так, давай вниз, сюда, налево. Ой, хорошо, прям замечательно. Опять Илья звездный герой. Прикинь, молодец. Победа. Жетончики. А где мои жетончики? В смысле, мне не дали жетончики? Почему? Нифига. А, Илья вообще, смотри, хитер. Он получает сейчас эти свои жетоны. А почему я не получил? Сейчас попробуем еще раз играть и посмотрим. Потому что мне нужно набрать на эти самые... На сундучки. Я хочу открыть. Хотя бы один сегодня открыть. Так, смотри, гад. Сейчас я тут так постреляю немножко. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. На, получи. Ух ты, у меня здоровья мало. Сейчас быстренько подлечимся. Кто там такой умный стреляет, а? Давай сейчас. Видишь, у них там тоже Барли ходит. И этот Барли тоже стреляет. На, получайте. О. Барли, видишь, тоже у них есть.
Так, ладно, получать. Ах, ты, ё-моё, не успел я свой супер включить. Да что такое? Ай-яй-яй-яй-яй. Я не успел включить свой супер. Давай, ладно, Илья, забирай. Ой. Так, давай. Сейчас быстренько. Тихо-тихо-тихо. Кто там еще? Во! Нет-нет-нет, смотри, меня не убей. У меня кристаллы есть. Так, что у нас там? Какой счет? Так, давай, супер удар мой, где? Все, бой окончен. И у меня было сколько-то там кристаллов. Видимо, у кого больше кристаллов, тот и что-то и получает. А я такой беру всем эти кристаллы, я даю. Боевые жетоны закончились. А в смысле закончились боевые жетоны? Давай другого возьму игрока. Может быть, на другого игрока брать? Ну, я могу взять Джесси. Да, выбрать, все нормально. А тут разве можно двумя? Видишь, с двумя Джесси нельзя. Хорошо, я беру Була. Есть. А, он тоже взял Була. Ладно, я возьму Джесси. Все, готово. Ну, так получилось, да, что два игрока одинаковых. Ладно, ничего страшного. Все хорошо. Я буду... А, за кого я играю? Я уже забыл. А, вот за Джесси. Я играю за Джесси. Ух ты, ух ты, ух ты, тихо-тихо. У меня у Джесси, короче, вообще здоровья нету. Она слабенькая. Видишь, как меня легко убили? Потому что я, она вообще не прокачанная, алло. Ну а как быть? Надо прокачиваться. Нужно прокачиваться потихонечку. О, видишь? А тут Барли ходит. Ну, Барли молодец. Потому что я сам люблю Барли. Все, видишь, меня вынесли, как, а? Легко. Но у Джесси есть робот. Вот поэтому я хочу... робота сделать. О, собираем кристаллы быстрее. Все, мне три кристалла хватит. Хватит мне три кристалла. Так, давай сразу поставим вот этого моего чувака, и он будет турелькой всех стрелять. Давай. Но Барли, если не дурачок, он, конечно же, сделает. Что он сделает? Он будет кидать туда. Да, в моего кидать, конечно. Гад, он, смотри, он очень умный, очень хитер. Ё-моё. Ух ты, кристаллики. Давай, Илья, собирай кристаллы. Ну, давай, я заберу. Так, синяя команда, отчет пошел. Так, все, быстренько, ребята. Давайте, держите, держитесь там. 8 секунд. Нам нужно вместе держаться, алло. Меня убили? Ё-моё, подставил друзей. А, кристаллы. О, я один хотя бы кристаллик взял. О, Барли, Барли, Барли убиваем. Опять мы ведем. Хорошо. Ждем. А где Илья? Эй-эй-эй-эй-эй. Так, меня убили. Я опять кого-то подставил. Короче, мне нужно сидеть, если я с кристаллами. Блин. Вот, я кристаллик сейчас заберу. Я заберу кристаллик. Один и второй. Все, все, убегаем. Тихо, тихо, тихо. Так, давай, 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 давай. Тихо, 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 тихо. Сидим, сидим, сидим. Ждем, ждем, ждем. Все, ура! Мы выиграли! Замечательно! Круто! Илья опять молодец. У него 242 кубка у этого героя. А у меня только 59. Ну ладно, ничего страшного. Джесси, ранг повысили на 6. Хорошо. Играть снова. А, вот, смотри, боевые жетоны закончились. Всего 10. 10 жетонов. Ну, тоже, в принципе, неплохо. Забираем жетончики. Играем снова, да? Захват кристаллов, да, играем? Ладно, ждем. Угу. А, Илья не в сети. Илья вышел. Так, ладно. Илья вышел, Илья играть больше не будет. А мы тут откроем что-нибудь интересное. А, большой ящик, да ну нафиг. Ребятушки, давайте, пожалуйста. Откройся, откройся кто-нибудь. Ой, монетки. Бул. А, это фигня. Роза, тоже фигня. Шелли. Кристаллы. Я получил 5 кристаллов. Спасибо. А новый рубеж у меня будет. Это денежки. Ящик. Хорошо. Ладненько. Так, это значит, Илья не в сети. Мы тогда будем играть в столкновение. Готово. Так, а как мне убрать его? Подожди. Хорошо. Если он не в сети...
Так, предложить дружить, профиль, предложить бойца. Так, давайте, нет, я Була не хочу улучшить. А можно улучшить, да? Давай улучшим. Двухстволка. Була наносит серьезный урон. Он обладает малой дальностью, поэтому Бул предпочитает тесное общение. Хорошо. Улучшить. Улучшить. Можно еще улучшить, смотри. А, у бойца не хватает очков сил. Хорошо. Так, пока Була я не буду брать, я буду брать Барли и его улучшу. А, урон в секунду увеличится и полный урон. Супер. Да, хорошо. Готово. Улучшили Барли. И тут уже не хватает очков сил. Ладно, выбираем Барли. Теперь выбираем столкновение. Но в столкновение я не могу играть, потому что у меня Илья здесь, да? Так, предложить дружить. А как же мне теперь играть в одного, если здесь Илья стоит, да? А, можно выйти из команды. Все, это я покинул команду, теперь я могу играть. Играть. Мы играем в одного. Наверное. Но это не точно. Да, мы играем в одиночное столкновение. Открываем. Ох ты, смотри, подожди. Кто такой? На, получай. На. Эй, за мной идет, иди нафиг. Иди нафиг, нафиг. Ладно, убил меня все-таки. Шолд Фанс. Шолд Фанс. Сейчас посмотрим, последим за твоей игрой. Если ты такой умный и меня убил сразу же в начале игры. Что у него интересно здесь? Ага. Раз, два, три. Он практически с трех раз убивает, уничтожает этот ящик. Значит, я думаю, он прокачанный. Потому что мне Барли приходится открывать 4 раза, если не 5. А, сейчас его убьют, не убьют. Посмотрим. Посмотрим, как он будет играть. Прячется, идет вниз. Так, смотрим. Ну, он ходит кругами. Ходит кругами и ждет, пока кто-нибудь здесь выиграет. Или прыгает. О, видишь, как он молодец. Стреляет и забирает сразу же эти кубки. А, его убили. Да, потому что он зачем-то вот рядом стоит. Рядом стоит враг, и он почему-то стреляет в другого. Хорошо. А, боевые жетоны закончились. Играть снова. А, типа ты играешь игроком, потом жетоны заканчиваются, но ты все равно продолжаешь играть, но уже без жетонов. Так получается. А если я выберу другого игрока? Героя, да, то есть? А, видишь, он стреляет, в принципе, в рядом стоящий все-таки ящичек. Ой, давай быстрее заберу и уйду отсюда. Все, я ухожу, ребята. Давай, сейчас вот этот я открою. Вот, все, забрал. Я забрал, иду дальше. Пока осталось 7 бойцов. Тут больше... А, вон, смотри. Кто-то бегает, давай посмотрим. Последим за ними. А, ой, динозавр этот идет. Нафиг надо. Так, динозавр, ты что, за мной бежишь? Вот чем я тебе нравлюсь, а? Давай, иди туда. Ах, убил. Он же видит, Бул, сколько у меня жизни, поэтому он и стрелял. А у моего Барли мало жизни. Ну, ничего страшного, хорошо. 4-е место тоже неплохо, и мы получили 6 кубков. Но жетоны нам не дают, поэтому я буду играть завтра уже, чтобы жетончики мне давали. Ну, а сегодня будем заканчивать серию. Мы открыли Барли. Очень интересный герой. Ну, а вы, друзья, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Всем до новых встреч. Всем пока-пока.